видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 7, урок 25. Кирилл задумал число, умножил его на 8, вычел 4, разделил на 6, а потом умножил на 7, прибавив 18. И в ответе получил 60. Какое число задумал Кирилл? Посчитаем обратным счетом. То есть к 60 отнимем от 60 18, а не прибавим. Получится 42. Затем 42 делим на 7, получаем 6. 6 умножаем на 6, будет 36. Прибавляем 4, получается 40. И 40 разделим на 8, получится 5. Кирилл задумал число 5. Проверим. 5, задуманное число Кириллом, умножить на 8, будет 40. 40 вычтем 4, будет 36. 36 разделим на 6, будет 6. Умножим на 7, 42. Прибавим 18 и получим 60. Значит, задуманное число Кириллом – это число 5. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.